Сейчас покажу, как вкусно засолить рыбку и налепить кучу сушек. Купи охлажденную семгу, возьми доску, пинцет и вытащи мелкие кости по всей длине. После того, как достал кости, бери кухонные весы, чтобы не пересолить. Из расчета на килограмм рыбы возьми 40 грамм соли и 20 грамм сахара. Нанеси равномерно, но немного больше насыпь там, где толще рыба. Положи рыбу в плотно закрывающийся контейнер или в пищевую пленку. Оставь на 20 часов в холодильнике. Через 20 часов достань. Рыба готова. Возьми бумажное полотенце и просуши ее от лишней влаги. Затем возьми нож, нарежь красивые кусочки, возьми 20 грамм риса и слепи свои любимые сушки. Положи все это дело на тарелку и съедай, пока никто не видит.